Лица Твоего, дави возле свет неприступный. Исправи стопы наши и делай заповеди Твои, молитвенно причисти Своей Матери и всех святых Твоих. Аминь. Куда мы входим за вами, по примеру апостолов? Почему и входя тотчас же по заповеди Христовой всех вообще приветствуем миром? Итак, никто не будь не родив, никто не будь рассеян, когда священники входят и преподают поучение, за это угрожает немалое наказание. Лучше для меня тысячекратно подвергнуться презрению, входя к кому-нибудь из вас в дом, чем не быть выслушанным, когда здесь приветствует вас миром. Последнее для меня гораздо несноснее первого, так как и дом этот несравненно важнее. Здесь хранятся великие наши сокровища, здесь вся наша надежда. И что здесь невелико, что недосточтимо? И трапеза эта несравненно почтение и сладостнее твоей домашней трапезы. И светильник этот, твоего светильника, это знают те, которые с верой и благовременно, помазавшись елеем, получили исцеление. И эта сокровищница несравненно превосходнее и необходимее твоей сокровищницы, потому что в ней положены не одежды, но милостыня, хотя и немногие владеют этой сокровищницей. Здесь и ложе лучше твоего, успокоение, доставляемое Священным Писанием, приятнее всякого ложа. И если бы мы соблюдали совершенное согласие, то кроме этого мы не имели бы другого дома. А что это нетрудно свидетельствуют те 3000 и 5000 верующих, которые имели и дом, и трапезу, и душу одну. У множества верующих говорится, было одно сердце и одна душа. Деяния апостолов, 4 глава. Но так как в этой добродетели мы далеко отстали от них и живем по разным домам, то, по крайней мере, когда собираемся сюда, будем ревностно исполнять ее. Если мы недостаточны и бедны в чем другом, по крайней мере, будем богаты хотя бы в этом. Поэтому, хотя здесь, когда входим к вам, принимайте нас с любовью, и когда я скажу «мир вам», вы скажите «и духами твоему». Скажите не голосом только, но и сердцем, не устами только, но и духом. Аминь. Они все, Господь.